вот стомфак, какой курс? Студентов нет у нас. А, нет студентов. Это чисто, чисто прием. А, стоит. А стомат факультет нет? Стомфак. А, то есть это ваш частная, как получается, это прием пациента. Примета, примета. Да. И вы отдаете предпочтение кому? У вас госзаказ города, области есть или у вас вы студентом не служите? Нет, госзаказ был интернатура Ганалмашева, как клиническая база. Да, они же на интернатуру получили, да, да, да. А вообще вы платные услуги оказываете? Да, да. Для города, для желающих, да? Да, да, да. И для преподавателей, да? Да, да, да. И как понятно. Ну, это тоже у меня что-то надо делать, чтобы преподаватели у вас, они на кафедре. На каком курсе студенты учат вас? На третьем, четвертом, пятом. Основные курсы ездили. Спасибо.
Физической химии – это группа, которую мы преподаем на английском языке. Как раз про специальные занятия. Здесь мы проводим аттестацию практических навыков в ОСПЕ на втором, на третьем, четвертом, пятом курсе. Потому что мы пробежали, я с ПЖХ. Что вы сегодня проходите? Чем вы занимаетесь? У нас урок фармацевтической химии. Это группа, четвертый курс, на английском языке. У нас все. Сейчас, значит, сперва занятие, исходный уровень знаний проверили, тесты, всем проверили, раздали. Да, потом они подтвердили, что владеют информацией, дома подготовились, я допустила их к выполнению лабораторного занятия. Уж два вопроса тогда. Каким образом идет отбор на англоязычную группу? Есть экзамен, TOEFL, IELTS? Как же для английского языка? Они проверяют. Они свое тестирование. Да. А кто-то из вас уже сдал официальный английский экзамен? У кого-то есть результаты? Есть, вот IELTS сдала. Какой был? Осель. А это метод? 6,5. 6,5. Да. Академик или general? General. General. Остальные нет, да? А вы кто? А я выпускница университета Лондона, UCL. Училась там по фармацевтической химии. Болсаковец. Бакалавриат? Да. Молодой преподаватель, мы взяли с первого сентября. Ну, у нас наша учится. Да. У нас опытный преподаватель, который третий год преподает. Сейчас на трехмесячная стажировка в Гданьске, в Польше. Да, сейчас, значит, ребята лабораторку закончили, а теперь они защищают свою работу, то есть, да, и это не только защита устная, они пишут протоколы, плюс все это они пишут на доске, объясняют, например, желтый цвет, откуда появился, вот это все на английском, и я как бы контролирую. We did an identification of rooted tablets, we took 0.3 gram rooted tablets, and we boiled 5 minutes with 95% alcohol. After boiled, we filtrated. After filtrated, we obtaining solution, we added sodium hydroxide, and then yellow orange color appeared, which says about what? Which tells about what? What kind of Facebook you use? General Pharmacopeia Kazakhstan, British Pharmacopeia, and we translated all pharmacopeia into English for each class. I bring it and I give it to them, and they can use both. For example, in Russian, in Kazakh, and in English. Все предметы проходят на английском языке или только в нашем? Только фармацевтическом. Физико-химический метод на втором курсе, на третьем курсе общий метод. У нас же в этом фармацевтическая химия, и планируем на пятом курсе мы стандартизацию. Полный интересный курс. В общем, 4 предмета, 4 с весны. Ну, все приборы, если вам интересно, могу показать. Да, просто правда. Назовите их. Да, идите. Кто делал? Распадаемость. Расскажите. Подлинность, чистоту и количество содержания любых лекарственных препаратов. Видимо, они как раз на области. Этот прибор для определения стиральных возможностей таблеток. В каждой лаборатории у нас электронные такие аналитические. Электронный микроскоп, там у нас еще же шкаф бендеровский германский, там еще светофотон японский, а то лучевой. Здесь 10 лучевой, 10 привет можно одновременно повесить, а то одно лучевое. Тяга подтягивала, значит, все хранящие, растворяющие растворители, подтягивала на работу. Стараемся максимально преподнести время так, чтобы они были готовы к практической работе. Спасибо.
психологической химии в ВТУ. Здесь интерактивная доска. Все понятно. Аналитический дистанционный. Да, да. Тоже потом нет. Два. Один десяти, другой одно победно. Можем снизу оставить, да? На спортзал. Понимание есть.